Тихонечко. Доброе утро. Всем приветики. Сегодня утро понедельника. У нас столько снега навалило. Просто капец. Даже неожиданно. Хотя Пюся, по-моему, как-то не особо отстреливает вообще, что происходит. Ну, снег. Типа, ну и ладно. Ходит, писает на те же кусты. Жди. Можно? Хватай, побежали играть. Играть, скорей. Я сейчас еду на массаж. Вернее, сначала иду в ЛМТ, в свой любимый, потому что я что-то разучилась считать. Мне нужно было 3,5 евро на счету. У меня висело 7, 47 копеек. Я почему-то посчитала, что их 74, а не 47. Голова моя светлая. Умная. В общем, положила всего 3 евро пока. Висела на Wi-Fi у Ника. И теперь оказалась без интернета. И не могу заказать себе такси до массажа. А на такси я решила ехать, потому что прямого маршрута на общественном транспорте нету. Нужно с двумя пересадками аж ехать. Хотя, в принципе, это не очень далеко. В общем, я сейчас дойду до ЛМТ. И хочу поделиться вот такие сейчас дороги. Их не посыпают какими-то реагентами, только вблизи школ и каких-то, видимо, государственных учреждений есть какой-то разнарядка, наверное, чтобы сыпать реагенты, а так нету. И получается, что дороги, они как в детстве. Но, правда, ездить нужно аккуратно на машине, потому что может быть гололед. А так получается, что очень белый и чистый снег. И даже несмотря на то, что его не очень много, вон там видно даже, что не до конца зелененькая трава покрыта снегом, но создается ощущение прям зимы-зимы. И очень прикольно. Мне очень нравится. Так что сейчас дойду до ЛМТ. И потом вызову себе такси до массажа. Кстати, дорожка, которую посыпали или побрызгали, наверное, даже побрызгали какими-то реагентами, потому что видимых каких-то средств нет. Знаете, когда соль рассыпают, она такая комочками, то здесь прям чистенько. И ничего нету. И убрали. Ну, либо он растаял, этот снежок, либо его убрали чуть-чуть. Вон, да, видно, что убрали по бокам. И вот эта пешеходная дорожка, разграниченная с велосипедной дорожкой, про которую я в одном из предыдущих влогов говорила. Очень прикольно. И люди, в общем-то, все соблюдают правила, чтобы никто никому не мешался. Самокаты здесь везде. Их можно парковать везде, оставлять буквально прям просто на дороге и кататься. Я сейчас ушла с основной дорожки, поэтому здесь не посыпали реагентами и просто снежок лежит. Мне на самом деле нравится просто снежок. Если обувь не очень скользкая, то, в общем-то, комфортно идти. Нормально. На улице адский -7, и Ник убирает себе жабочку. Мне кажется, надо брать. Ушки закрывает, все хорошо. Собаке нравится. Собака вон радуется. У нас вечные споры. Ник всегда ходит черный шоколад, максимально черный, а я хочу молочный с орешками. Нет, это просто, видишь, она французская, по крайней мере. Да. Как французская? Французская. Линд это... Да, не... это не линд. А, это какая-то... Да я вот по-соседней. А, по-соседней, который косят под линд очень сильно. Ну, черный шоколад, это хороший. Хочешь, возьми, я хочу с орехом. Вот мне нравится вот этот Фергата Дарк. Можешь взять с орешком? Там цельный орешек написано? Да. Ну, зелененькое. Написано, ну, цельный, да. Цельный вот такой. Холл, хазлнат. Это мой вариант. Либо вот Милка такая же есть. Давай Милку возьмем. Она хоть точно известна, какого вкуса. И стоит на 10 центов дешевле. Фергаля. А, тут 72% шоколада, а здесь в
Милке не известно. Наконец-то раздобыли ключик от квартиры. От ящика почтового. И забираем носочки, которые в сентябре улетели с нашего балкона к соседям. И оставляла им записку, чтобы они положили их в почтовый ящик.